Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне iPhone 8 Plus включить режим «Не беспокоить». Заходим в настройки. Далее переходим в пункт «Не беспокоить». И можем его настроить. Можем запланировать, например, с 10 до 8. Когда у нас будет работать тишина всегда, либо только когда iPhone заблокирован. От кого мы будем получать вызовы? От всех, нет кого, только от избранных, либо от всех контактов. Повторные вызовы. Если эта функция включена и в течение 3 минут вам какой-либо контакт будет звонить второй раз, вызов заглушаться не будет. Можно также настроить активацию «Не беспокоить водителя», например, при подключении к Bluetooth автомобиля. И автоответ можно также настроить. Когда все готово, нажимаем «Не беспокоить» и появляется такой значок месяца вверху экрана. Выключается он точно так же просто. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!